Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В производственный цех Skyway в Беларуси доставили высокоточный станок японской корпорации Акума. Завершена первая стадия строительства новых производственных корпусов ЗАО «Струнные технологии». На производстве Skyway проверили работу систем охраны труда и менеджмента окружающей среды. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Производственный цех Skyway в Беларуси доставили вертикальный 5-осевой обрабатывающий центр японской корпорации Акума. Новое оборудование поможет создавать сложные детали для транспорта Skyway – корпуса мотора и гидроблока. Высокая жесткость и прочность станка позволят обрабатывать детали с высокой точностью. Обрабатывающий центр Акума способен работать с различными материалами – от пластика до закаленной стали. Завершена первая стадия строительства новых производственных корпусов ЗАО «Струнные технологии». Рабочие уложили все подземные коммуникации и приступили к благоустройству территории. Подходят к концу отделочные работы в производственно-складском и административно-бытовом корпусах. Специалисты ЗАО «Струнные технологии» уже разрабатывают предпроектную документацию для второй стадии строительства. Она начнется, когда будут приняты производственные объекты в первой очереди. Новый цех позволит изготавливать каркасы транспортных средств и обрабатывать металлоконструкции. Белорусский государственный институт метрологии провел надзорный аудит в ЗАО «Струнные технологии». Специалисты проверили работу системы управления охраной труда и системы менеджмента окружающей среды. Аудитор отметил инновационные разработки Skyway и слаженную работу команды проекта. Проверка показала высокий уровень организации производства и серьезный подход к обеспечению безопасности труда. Не осталось без внимания и современное оборудование, которое позволяет увеличить производственные мощности и сократить количество травм на производстве. После проверки сотрудники ЗАО «Струнные технологии» получили рекомендации, которые помогут улучшить деятельность компании в области экологии и охраны труда. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.